Всем привет! У меня сегодня очень хорошая новость. Кто меня давно смотрит, тот знает, что я собиралась поехать отдохнуть. Но нам пришлось сдать билеты и все остальное, потому что, знаете, какие ситуации в мире, да? Вот, в итоге мы очень долго не могли дозвониться до фирмы, которые мы все типа ушли, знаете, в эту, как он называется, самоизоляцию. Вот, все-таки мы добились этого, и мне вернули, и нам вернули деньги за путевки. Вот это очень приятная для нас новость. Вот, ну, что вам могу сказать, что терпение и труд все перетрут, надо настаивать, надо добиваться, в общем, деньги нам вернули в полном объеме. Вот, очень приятно, ну, там мы кое-что потеряли, но это там билет, из-за билетов. Вот, но все-таки мелочь потеряли, то есть, ну, самое большое нам вернули. Вот, это очень приятно, в общем, поэтому добивайтесь, и когда что у вас, добивайтесь, короче, своих целей. Вот, вот эту приятную новость я хочу вам сообщить. И еще одну приятную новость, вы видите, мы идем к 1000. Ура-ура. Но пока тьфу-тьфу-тьфу, не сглазь. Всем спасибо огромное моим друзьям, которые мне в этом помогают. Ну, видео сейчас я много не снимаю, потому что я работаю одна. Все ушли в отпуск, я одна. Вот, работы очень много, но у меня есть кое-какие планчики вам кое-что показать. Еще прогулочку по Питеру одну очень интересную. Ну и так далее. Все, пока-пока.